Это моя родина. А это моя малая родина. Мы приобрели ее сравнительно недавно. Папа ушел из бизнеса в конце 90-х и купил этот участок. Он любит проводить здесь время и нас заставляет. Это его гордость, его усадьба. А это еще одна гордость – стена с семейными портретами. В центре? Нет, вы не подумайте, это не императорский полководец. Это мой отец, Анатолий Анатольевич Платонов. Просто он себя так видит и хочет, чтобы мы все его так видели и гордились им. И гордились своей усадьбой. Я его очень люблю и очень горжусь. Но все время гордиться немного утомительно. Поэтому я спасаюсь в путешествиях. На этот раз я поехала в Китай. Как известно, знакомство со страной начинается с национальной еды. Но я даже представить себе не могла, какую важную роль в моей жизни сыграет китайская кухня. В китайской культуре еда играет очень важную роль. Тут даже вместо «привет» интересуется, покушал ли ты сегодня. В Москве я, конечно, пробовала китайскую кухню, но тут она совершенно другая. Согласитесь, романтично, не правда ли? Так все и началось. Мир открывается для нас двоих. Это моя Ира. Тебе что, здесь невест мало? Миллиард девушек. Высокие, низкие, хмурые, веселые, красивые, какие хочешь. Твоя мать китаянка, бабушка китаянка, прабабушка китаянка и 25 поколений их матерей китаянки. А тебе одному надо выделиться? Чего тебе не хватает? Я говорила, надо было познакомить его с Венлинг. Кто говорил, что рано? Да я знаю ее. Она уже на третьем месяце. Забудьте о Венлинг. Эти проклятые бумажки. Я ничего не хочу слышать о России в моем доме. Ты меня слышишь? Вот твое будущее. Вот оно. Ему меня не переубедить.
цель визита? Галь, переводчика позови. У него туризм. О, говорящий. Ну а ты к нам зачем? У меня любовь. Батюшки, среди 2 миллиардов невесту себе не нашел? 2 – это вообще невест только миллиард. Ну, добро пожаловать в Москву. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем твои звонки? С высоты Москва немного похожа на Шанхай, только если не присматриваться. Но главное, здесь живет та, которая заставит меня вновь почувствовать себя на 7-м небе. Со стороны кажется, что мы немного разные, но я-то знаю, что это не так. Мы единое целое. 7 счастливых дней, которые мы провели в Китае, никогда не исчезнут из моего сердца. Я знаю, что она останется со мной на всю жизнь. И это лучшее, что могло с нами произойти. Почему мы стоим? Мэр кладбище. Какой? Библиотека Грозного? Янтарная комната? Золото Балтии? Брат, я просто таксист. Пошутил, шутка такая. Понимаешь? Ха-ха-ха. Лопатки держи. Руки мягче, мягче. Раз, руки мягче, мягче. Три. Раз, два. Голову поворачивай быстрее. А вы кто? Я жених. Чей? Ир. Бен, что ты здесь делаешь? Я приехал к тебе. Ты выучил русский? Да, выучил. Что бы сказать? Я тебя люблю. Куда из Китая не уезжал. Я приехал, чтобы твоему отцу сделать предложение. Ты что, хочешь на нем жениться? Я хочу забрать у него твое сердце и руку. Шустрый какой. А моего согласия не хочешь получить для начала? За тебя сказала твое сердце. И все остальное сделала. Ну что я скажу папе? Это Пен. И у нас с ним был курортный роман. Шанхай не курорт. Ну так в чем проблема? Поехали на море, на Бали. На Бали? Не. Я не умею плавать. Это Union Pay. Вы принимаете? Все принимаем. Были бы деньги. Thank you. Бен, понимаешь, просто мой папа очень сложный человек. Ему мало кто из женихов нравится. Но ему, в принципе, мало кто нравится. В общем, ему никто не нравится вообще и никогда. Это потому что он меня не видел. От этого еще страшней. Пен,
мне очень приятно, что ты все это сделал ради меня. Русские, традиции. Но жениться это очень серьезно. Ты понимаешь? Я готов. Мы же с тобой обнимались, целовались, спались. Или тебе не понравилось? Ну... Поедем. Ты что, меня стесняешься? Ну, конечно, нет. Тогда поехали. Моя любимая песня. Это о тебе. Это нравится? Ну, ничего. Да. Вася, Вася. Здравствуйте. Здравствуйте. До полного. Хорошо. Нет, я буду. Буду. Сам посмотрю. You want it? Нет. Нет, это мы потом. Нет, сначала делаем. Уже. На, Вася, держи. Орехи. Да, конечно. Да, держи. Извините, мелочи не осталось. Давай, садись, поехали. Знаешь, у нас в России две беды. Я читал. Коррупция и низкая рождаемость. Ну, тогда четыре. Бен! Мне холодно. Артавазович. Дядя Рубен!
Морган, я соскучилась! Моя девочка! А это что такое? Где? Нет, нет, вот здесь это, люди, слушай, неудобно. Это танк! Где? Вы... Нет, что ты на этом и дрова возишь, а? Ладно, что мы ставим? Пошли, папа ждет. Поехали! Расцветали явно не груши, поплыли туманы над рекой. Выходили на набережную, на высокий берег. Ходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, как... Знаешь, слушай сюда. Обидишь дочку, обидишь меня. Так, вдруг он повыше. Моя дочь никогда не будет разведенкой, только вдовой. Я тебя предупредил, с Анатолием Анатольевичем шутки плохи. Это приехали. А куда без штанов-то? Так, что ли, пойдете? Уют! Быстро! Хорошая! Ай, красавица моя приехала, соскучился. А чё, твой новенький? Папа! Ладно. Ну что, давай знакомиться. О, да, это тебе не Москва. Замёрз? Холодно. Пойдемте в дом. Здравствуй. Привет. Здравствуйте. Бурят? Не бурят. Башкир? Не. А кто? Одно я знаю точно. Он не армянин. А кто у нас еще есть? Хант, Манс, эскимос, может, он якут? Я думаю, китаец. Не, это как вариант. Ануш. А ну, правда, что ли, китаец? И. Кстати, Пен привез тебе подарок. Дай. Китайский фарфор. Ира сказала, вы любите чай. Давно встречаетесь? Неделю. Потом перерыв. Я один день. О! Все серьезно. Очень серьезно. Я прилетела. Что бы сделать? Петровна! У нас тут люди встречаются дольше, чем ты пельмень несешь. А, как ты сказал, тебя пень? Пен-пен. Для вас просто пен. А я Анатолий. О. Для тебя просто Анатолий. Анатольевич. Люсь, брось вон пинг-понгу пельмешек. Как говорится, от нашего стола вашему.
Русское народное блюдо. Пельмени. Так. Тезки, кстати, твои. Пап, он пен. Я так сказал, пен. Пельмени. Вообще-то это китайское блюдо. Ты, дружок, говори, говори, да не заговаривайся. Пельмени на Руси с 15 века известны. Китайские тоже. Да. То ли горяще на балу тысяч лет. Ты еще скажи, что бумагу у вас придумали. Да. Да? Да. Ты посмотри, так и умеешь передирать у других. Я тут недавно купил снегоход китайский. Китайский, значит, надежный и крепкий. Очень. Через 2 дня сломался. Не выдержал нагрузки. Думаю, отправить его обратно. Нет, тут китайский брак не нужен. Федор, прекрати, Рубен увидит. И? Это не смешно. Да? А порядочных женщин за ляхи трогать тебе смешно? Нет. Это тоже не смешно, но очень приятно. Рубен, ну прекрати. 100 раз уже об этом говорили. Не в том возрасте мы с тобой. Ну, что люди-то про нас скажут, засмеют. Как думаешь, долго продержится? Ты знаешь, он такой хлюпик-млюпик, но сатан так держался. Да я про Анатолича. За любовь. Знаешь что, давай-ка ты иди, спрячь ружье. Уже? Скучно сидим. Может, сыгранем? Да, конечно. О, Рубен! Готово, Анатолич! Играем в русскую рулетку, пошли! Рубенджан, внести оружие! Пам-пам-парам-парам-пам-пам! Па-да-да-дам-дам! Па-да-да-ди-да-да-да-дам! Хоп! Внимание! В каких-то вода, в каких-то водка. Самое лучшее. Безусловно. Кто первый подаст вид, что выпил водку, позорно проиграл и уезжает домой. Папа, что ты начинаешь? Никто не будет играть в эту игру. Пошли. Хозяин барин, если мальчик не хочет играть, то пусть моет попку и ложится спать. Может, я сыграю? Я готов. Ой, Коля. А кто первый начнет? Я. Почему вы? Разыграем. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Все, я выиграл, я первый. Он выиграл. Вкусна водичка. Лимонад. И. Березовый сок. Вкусная у вас вода. Пожалел бы мальчонку-то. Божья роса! Хоть бы раз водочка попалась. Вам что, водки рога? Так, стопе, экватор. Проверка дееспособности. Ну-ка, повтори.
Возле ямы холм с кулями выйду, на холм куль поправлю. Что? Куль! Пакетик такой, понимаешь, что? А, да. Скороговорка. У вас на родине есть скороговорки? Да, нам мэр лай лэг лама, шоу ли ди лэзэ ву син тама, да бэ бэ лай лэг ябэ, яо ли бэ чэг лаба, ди лэзэ тамэн лама, я хуан лаба, я хуан лэ лаба, яо ли бэ чэг лаба, бэ чэг лаба лаба, бу юэнь ла лаба, хуан ди лэзэ тамэн лаба, я хуан лэ лаба, яо ли бэ чэг лаба, бэ чэг лаба лаба, бу юэнь ла лаба, тамэн лаба, лэ хуэй я цуэ лаба. Хуэй лаба? Да. Аргумент. Согласен. Продолжаем. Magic people, voodoo people! Ничего. Слава тебе, Господи. В нашу пользу. Да, заносим посылочку. Сейчас куда? Куда? Нежнее, можно? И вперед ногами. Рано еще, дождь рано. Ну, нежнее, можно. Тихо, ребята, дверь мне не поцарапайте. Заносим. Сейчас, дочура, мы твою посылку... Так, ну-ка, пошли отсюда. Пошли, сказал. Да, мусор, идем. Ну, что? Что? Папа. Все, 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 дочь. Пап, ты что так с ним? Он даже не шевелится. Ничего, зато спать будет, как мертвый. Как убитый. Еще один такой выкрутас. Что? Что? Выкрутас? Это, между прочим, он меня чуть не убил. В моем же доме, мое же оружие. Ты какая ты у меня красивая. Иди ночи. Спать! Иди. Господи, помоги. Рубен! Вы что делаете? Тыш отсюда! Тыш! Ну-ка! Ну-ка, тыш! Ну-ка, ты ж сказал! Надо прекратить! Ты что, ну-ка, ты ж отсюда! Поздравляю, мальчик! Толей назовем. На, я за следующим! Что? Е-е. Что ты сказал? Е-е. Надя увидит. Е-е. Что? Дедушка! Дети! За выдающиеся достижения в области подъема демографии и дружбы народов награждается дед Герой Российской Федерации Анатолий Анатольевич Платонов Чан. Россия спасена! Фараон! Фараон, иди к черту! Рубен! Мне сон вчера был, будто Ирка
Ирка в дом какого-то китайца привела. Он будто меня перепил. Анатолич, у меня для тебя новость. Так, огненная вода его не берет. Попробуем по отдельности. Огонь и воду. Топить? Да. Анатолий, я никак не пойму, теперь ты его одобряешь или не одобряешь? А без кем в баню не ходят? Как я его могу не одобрить? Ирка сразу слезы на самолет. Тут другая тактика нужна. Я вот так попарю, он у меня на голой жопе до Китая прокатится. Баньку я протопил, венички заварил, крапивку ошпарил. Будете сходить полок, то обдайте. Федька, Федь, ты можешь не орать, а? Молчу, ёлкина. Хорошо. А вам? Только щепки летят. Ты смотри. Если плохо, в баню лучше не ходить. Ну чё? Проходим, ёлкина. Шапку надевай и заходи. Зачем шапку? Жарко будет. Ты что напялил-то? Я что-то не то сделал. Ты это, прикройся. Сердчишка у меня слабенькая. Жарко тут. Я, пожалуй, пойду, ёлкина. Не вставай, не надо, не надо. Сиди. Сиди, сиди. Ты это, есть тяжело, можешь выйти. Не, я только согрелся. Если хотите, идите. Я попозже буду. Да я только во вкус хожу. Пойду венчиков принесу. Так вот же они. А, да. Кто же их принес-то? Чего-то холодновато.
Я думала, вы так любите. Не губите, мужики, не губите! Не рубите дерева, не рубите! Ради звездочка груша. Нормально? Не рубите сгоряча. Слабовато. Не мужики, не губите. Не рубите, мужики, не рубите. Не рубите дерева, не рубите. Ради звездочка груша. Не рубите сгоряча. Не губите, мужики, не губите. Ирочка, извини, твой пен плавать умеет? Ой-ой. Ну, давай. Что? Прыгай. Куда? Ну, туда. За что? Слушай, ну прыгай, уже холодно. Там еще холоднее. Ну, тут смысл в чем? Вот тебе холодно. Ты прыгаешь, тебе будет капец как холодно. А когда ты вылезешь, тебе уже будет не так холодно, как было. Понял? А можно я в ванную? И мне сразу будет не холодно. Нет, ну это, слушай, это как-то не по-русски. Сначала должно быть холодно, потом жарко, потом опять холодно, опять жарко. Ну, как закалял сталь, знаешь? Смотри. Руку! Руку давай! Три раза надо. Папа! Папа! Все зря. Плавать не умеет. Папа, ты сдавай его. Бен, держи руку. О, ёлкина. Вот так вот. А? Сейчас хорошо будет. Ёлкина. А? Вот зараза. С первого, не со второго раза не понял. Че молчишь, Рубен? Надо план новый придумывать. Папа. Доча. Он же мог умереть. А я не мог. Я вчера перепил, сегодня в бане пересидел. А завтра что будет? А завтра мы собираем вещи и уезжаем в Китай. Ты думаешь, я не понимаю, чего ты добиваешься? Сережу на воздушном шаре в область отправил. Там просто веревка развязалась. Костя на машине покатал так, что он до сих пор заикается. Ой, да ладно. Перекувыркнулись, ну, пару раз. Слушай, а кто у тебя последний был? Рома, пап, ты его в реку выкинул, и он чуть не утонул. Да нет, такие не тонут. Папа, никаких больше бань, прорубей и проверок. Договорились? Конечно, дочь. Бездельник. Дочка моя нравится? Ирка? Ирка, терпеть ненавижу. Вообще, глаз... Как мы ее не видели. Вы как тогда меня утопили, так все чувства, как рукой сняло. Знаете, скажу, у меня даже с ней в одном городе тесно. Ну ты это, не переигрывай. Короче, ее надо вернуть. Не понял. Проводишь выходные со мной и с Ирой, плачу 40 тысяч. Так, то есть я провожу. Ставим выходные. Ну все за это, бабки, в чем подвох? Ну и изображай, что влюблен. В кого? В вас? В Иру, придурок. А, Выру. Выру тогда 500. Охренел? 120. Не, спасибо. Вы тогда все мои чувства утопили в этой самой речушке. Поэтому их надо откачивать. 125. А спать не надо? Охренел? А, вы знаете, 200. Самая нормальная цена.
Кто тебе сказал, что нормальная цена? У тебя что там, прайс висит? Короче, 150 потолок. Приезжай в Платонку прямо сейчас, или тебя мои ребята бесплатно привезут. Лёлик и Болик, Лёлик и Болик. Начинаем операцию «Перехват». Что вы теряете? Ты ошибся. Комнатой. Будешь спать, Рубен. Ты первый. Хорошо, ты второй. Ты что делаешь? Что? Вот. Иди поговори с ним. Мне с ним нечем говорить. Ты видишь, парню грустно. Иди поговори. Пен, ты дорогой, но Анатолий Анатольевич, не сердись. Понимаешь, у нас так принято. До свадьбы вместе не спать. Но у нас с вами свадьбы тоже не было. Ну и слава богу. Все готово, ложись, Пен. Спокойной ночи, Пен. Давай, постираю. И это снимай. Спасибо. Спокойной ночи, Рубен Ардавазович. Спасибо, милая. До завтра. Но у нас с вами свадьбы тоже не было. Ты не должен волноваться, понимаешь? Мне тоже сначала было нелегко. Но если хочешь стать русским, родной, не сдавайся. Мне китайцам хорошо. Я не понимаю, зачем он так со мной? В Китае отдать дочку замуж – это счастье. Ну и ты пойми, он эту девочку, понимаешь, растил, учил говорить, ходить. А ну, теперь появляешься ты и хочешь это… бум-бум? Пам-пам. Ну? Шилевели, ну? А, пили-вили. Ты вникни в суть. Эти вили-вили ты не с ней делаешь. Ты самим Анатолием Анатольевичем. Сама? Образно. Вот теперь ляг и подумай о своем победении. А вы не будете спать? У меня дела. Как я выгляжу? Толь-Толь, все, по вашим приказаниям, привез. Где он? А он в кабине. Спит? Не-не-не, я же не пью, все, как обещал. Так, разгружаем, приводим в чувство. Товарищ полицейский, объясните причину оставления. Че, как, машина бегает? Да, бегает. Ну, все благодаря вам. Ты проснись, братан, проснись. Просыпайся, братан. А че подтекает? А, так коробка подтекает. Починить надо, а запчастей нет, денег-то. Подкинем. Прокладку надо в коробке поменять. Ага. Как детишки? О, детишки хорошо, но все же вашими молитвами. Антон Анатольевич, какой план действий? Жвачка есть? Жвачка? Сейчас. У меня смола есть. Дай ему. Ну, Анатолий Анатольевич, я не буду это в рот брать. Я же непонятно, какого произведения. Цветы где? А цветы у нас в смету не входили. Какой план? Фу. В твоем случае главное ничего не испортить. Анатолий Анатольевич, а дома знаю, где я нахожусь. Что ты такой грубый-то? Ой, цветочки, я там нет. Заткнись. Тачку видишь? Да. Новая. Дорогая. Твоя. Анатолий, Анатолий. Временно.
Может стать постоянной, если все сделаешь правильно. Коньяк коллекционный. О, коньячок сейчас. Куда ты? Старше, чем ты. Мне подаришь, ну как будто ты нормальный парень. А чего вот я не могу понять, вам сразу такой зять не приглянулся? Красавчик же. Слышь, красавчик, ты не борзей давай, а то вода в реке сейчас холодная. Короче, слушай план. Ты ехал на своем новом автомобиле мимо, решил заехать. Ну, вдруг Ирка здесь, купила ей цветы. Так. О, Рубен, цветы. А это у нас что такое? А? Как в танке. Купил Ирке цветы, мне коньяк, и у тебя якобы ломается машина. Новая. Новая? А что, еще китайцы делают? Все что угодно может быть. В общем, ты остаешься у нас на пару дней, и тут выясняется, что ты якобы нормальный парень. Ну, это было сразу понятно. Ты отбиваешь Ирку у ее жениха. Так, Стан Анатольевич, про жениха никакого уговора не было. Сюрприз. Минут через 20 подъезжай. Здравствуйте. Ну что, Анатолий Анатольевич? А? Сама? Сказать нечего. Я иду к Ире. И мы будем делать били-вили. Страшно! Не очень. Я все уберу. Ой, это еще принесло. Сколько у тебя ухажеров-то? Что он тут делает? Ой, я откуда знаю? Это тебя надо спросить. Это твои ребята. Как бы тебе повезло. Что? Чуть мои любимые бокалы не разбил. Варвар. О, почти. Салют! Ой, я смотрю, тут хрустальное счастье бьете, котик, цветочки. Ты что, приперся? Как что? Я просто мимо ехал и эспрессо. И Анатолич меня позвал. Я? Когда? Когда? Тогда
Еще давно? На эту. На охоту. Да, точно. Давно на охоту было дело. На кого вы собрались охотиться? Это очень интересный вопрос. Мы собрались охотиться на этих медведей. Папа, выгони его, пожалуйста. Ну нет. Знаешь что, дочь, нет. Ты все время говоришь, что я слишком строг с твоими женихами. Вот, разбирайся сама. О, пинг-понг, давай помогу. Так, значит, да. Забирай свой цветик. Спасибо. Свой коньяк и проваливай отсюда. Понял? Там это, машина сломалась. Не, серьезно сломалось. Кто-то коньяк в коробку залил и искрит. Так а что мы это, кипишуем-то? Машина моя, денежку на ремонт найду. Благо, не проблема. Так, значит, вы едете на свою охоту. Да. А мы с Беном останемся здесь. Ну, правильно, правильно, Кинг-Конг. Пинг-понг. Будешь тут салаты рубать и с девушками в комнате убираться. А мы с Иркиным бывшим поедем на настоящую русскую охоту. Это твой вообще парень? Он такое. Да он просто с папой на охоту приехал. Пускай едут. А мы с тобой тут и так хорошо время проведем. Я тоже хочу. Вот, молодец. Посмотришь на настоящую русскую охоту. Куда зимой? Вы бы еще на рыбалку в пустыню собрались. Женщины. Рубан, готовь охоту. Рубан. Ух. Готов. Ой, да, с этим сейчас. Секундочку, Рубан. Возложить же венок же. Иди отсюда. И иду. Проветриться. Анатолий, а вы что каску-то напялили? Боитесь, что кирпич в лесу на башку кладет, что ли, а? Рубен, дай мне свою флягу с водой. Ну почему мы не поехали на Хаммер? Там же удобнее. Сейчас узнаешь. Magic people, full of people! Это настоящая русская дорога! Без любых кавер на части развалится! Анатолий, а каска еще есть? А что такое? Кирпич, что ли, где нашел? Мы же не было удобно. О! Красота-то какая! Красота-то какая! А вон, гуляй! Ё-моё! Это моё! Я тебе другое дам. Ёлкина! Она тут же, ты чего? Ружье пристрелять надо. Кинг-Конг, иди сюда. Куда ты шубы моей? Так глотай. Деда моего, держи. Нравится? Да. Анатолич, оно же кривое и с такой отдачей, что ему плечо разнесет. Зато он не убьет никого. Так, разбираем оружие! Равняйсь! Мирно! У нас всего три места в вагончике. Нужно решить, кто будет спать в машине с Федором. А что со мной-то? Что все время со мной? Ёлкина! Ну ладно, Федь, места нет, давай иди. Ёлкина! Кто попадет в мишень? В кого мишень? Вот в эту. Тот будет спать в теплом вагончике. Одно место уже занято. Кто стреляет следующий?
Я? Рубен. Молодец, поздравляю. Давай, чучело. Я попал? Молодец, попал. Чучун, зоркий глаз, спокойной ночи. Антон Анатольевич, может, по 50 капель? Чего? О! Ты где заначку нашел? Ну, может быть, стрелки хреновые, а нюх-то у меня отменный. Так, сегодня всем выспаться надо. Завтра с утра Рубен сходит к егерю, принесет тетеревов. Будешь ты у нас молодец. А Пен весь день медведя караулить будет. Зря ты его к Федору послал. Бесчеловечный, а? Анатолий. Непереводимая игра слов по-китайски. Это не я, Анатолий. Я уже 2 часа терплю. Я думал, это ты просто не хотел будить. В собаку попал. Возьми подушку, кинь в него свою. Не могу, я свою уже кинул. Ты ж думал, это я храплю. Ты что, меня бросал? Ну извини, Анатолич, ты знаешь, 2 часа терпеть эту симфонию. Ну, все, это выше моя сил. Не уследили. И вот теперь не добудешься. Не сказал. Леночка, пониже нам. Ты что там, Леночка? Так, его на улицу надо. Ир, ты что, замерзнешь? Ну, к Федору. Не можем. У Федора и так тесто. Либо мы должны Федора привезти сюда, что еще хуже, либо Пенька, тогда он отоспится. Я его сейчас придушу. Ну-ка, заткнись! Заткнись! Ложимся. Вроде все. Все, хватит, я не могу, я иду к егерю. Нет, ну сейчас, час ночи, куда ты пойдешь? Пока туда-сюда все обойдется. Жил себе спокойно в Ереване. Дернул тебя черт. Свистелка хренова! Доброе утро! Мужики, как спалось? Как спалось? Что ты Джеки Чата вычешь, а?
Что потерял-то, Джеки Чан? Эх, Натушки, дритан! Анатолий Анатольевич, доброе утречко! Телефон не могу доброе найти. Утречко. Рацию возьми. Пошли, бебе ждать не будет. На, рацию. Тебе. Вот, молодец. Ты не здесь. Мы сейчас медведей на тебя погоним. А долго надо сидеть? Недолго, до весны. Захлопнись. Если придет медведь, стреляй в него. Или зови нас по рации, понял? Хорошо. Все, пошли. Охота сколько может длиться? Тут все длится до победного конца. До завтра может? Характер надо иметь. Все, не забивай эфир, медведь услышит. У вас медведь услышит радиоволны? Да, конечно. Где? Вой. Вот. Это что? Ты Терев Анатольевич? Я просил у егеря нормального свежего взять. Егерь в запой. Я тоже смекнул туда-сюда исправить ситуацию, пошел принес чучело. Чучело. Держи трофей, чучело. За тебя уж постреляли. Ты куда? Придурок, завязывай. Фару забьешь, не расплачешься. Анатолий Анатольевич, дайте хоть раз стрельнуть. Стреляй сколько хочешь. Но патроны дайте. Патрон не дам, так стреляй. Рубан, мясо сожжешь. Не учи мастера. Я за нашего гостя беспокоюсь. Не беспокойся, что с ним случится. Мы это быть! Буду стрелять!
прям застрелился. Два раза? Ну, ружье-то кривое. Ой, Ёгина. Вот ты говоришь, Пен. Петровна, ты чего? Я вообще молчала. Но ведь думала же о нем? Нет. Вот. И не мудрено. Неделю всего встречаются, а уже жениться собираются. Тебя папа подослал? Ируша, ну что ты? Чисто женский интерес. Ну, если честно, я тоже об этом думаю. Так может, лучше нормального найти? А с чего ты взяла, что он ненормальный? Если у него разрез глаз другой, это не значит, что он хуже. Он также все чувствует, понимает. Ну, не знаю. Наши-то парни поди лучше. Петровна, раз наши парни лучше, что ж ты с дядей Рубеном по углам зажимаешься? Я? Осторожно, Лак. Извини. Что ты выдумываешь? Я с Рубеном. Ха. Просто он меня чисто по-человечески поддерживает. Знаю. За что он вас поддерживает? Прекрати. Пен меня тоже поддерживает, чисто по-человечески. Ради меня сюда приехал, русский выучил, все папины испытания терпит. Животных любит. А чего это они так рано приехали? Откуда ты его зимой нашел? Да. Терпенг завалил. Смотри, кого я подстрелил. Животных, говоришь, любит. А где Пен? В машине плачет, Ёлкина. Добытчик. Тихо, ладно, ну не волнуйся. Пен, что случилось? Я бы это бы тебя убил. Ну что ты, просто знаешь так, два такты, пух-пах, и Мишка уснул. Ты не представляешь, два выстрела в упор, и этого медведя, знаешь, просто разворотило по всему полю куски, туда-сюда, туда-сюда. Но он у нас герой. Он собачку спас, да? Когда Федор это увидел, он в обморок упал, ты не представляешь. Но Мишка тоже хорош, ай-яй-яй, вся деревня, ты не представляешь, от этого медведя просто вешаться хотела. Мишка очень плохой. А он зверюга, слушай. Ты не представляешь, этого бедного медведя устроил ему кровавую баню. Что стал с вами? Фу. Да. Этот тайм мы с тобой проиграли. Ну а что тут думать-то? Если не получилось отбить Иру Пенга, следовательно, надо отбить Пенга у Иры. Извините. Так сказать, зайти с другой стороны. Я принесла тебе чай. Согреться. Конфетка? На. Мишка. Тебе надо отвлечься. Мишка. Лёлики, вино за мной несём.
Федор, мясо не спали, как в прошлый раз. Все нормально, Ёлкина. Так, вино сюда ставьте. Анатолий, с праздником. Саня, здорово, дорогой. Спецзаказ специально для тебя. Заряжено по полной. Ну, спасибо, спасибо. Так, ну пошли, пошли. Пошли к столу туда. Так, девочки, что происходит? Почему у вас бокалы пустые? Ну-ка, ну-ка в сторонку отошли. Отошли, отошли. Сегодня прям так будет пить. Да. За бортом-то, понимаешь, ночь, не видно же ни хрена. Ну, он еще махнул, значит, заорал. Первый пошел, открыл дверь из двух метров об асфальт. Хрять! Значит, там ушибы переломаны. Всех уронных самолетов больше не бухает, да? Вы здравствуйте. А это кто? Это, собственно, Иркин жених. Да. Почему ты не сказала, что у вас гости? Я просто не хотела тебя будить. Ну что, пора за стол? Да? Пойдем. Уйди от меня. Проходите, проходите. Вот, садитесь. Да. Вон там проходите. Проходите. Вон там садитесь. Да. Да. Даже не спрашивай. Петровна! Друзья, каждое 23 февраля, в День защитника Отечества, мы все с вами собираемся за этим столом. Я очень рад, что мы ни разу не нарушили эту традицию. Ура! 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 Анатолий Анатольевич, я что-то в этом году не наблюдаю корочки. Глаза разуй. А, спасибо. Закусывайте, закусывайте. Вот рыбку берите. Пенк, дружище, пойдем поговорим. Спасибо, я не курю. Я тоже не курю, у нас в России так принято курить, не курить. Пойдем. Че, пойдем, пойдем. Федор, оу. Иди хозяин зовет. Иди, я сделаю. Вообще, ты знаешь... Я прям рад за вас, ребят. Наконец-то Ира найдет свою тихую гавань. Спасибо. А что, спасибо? Тебе спасибо. Только ты знаешь, все равно с ней держи ухо востро. Зачем? Ну как зачем? Девочка, она красивая, сам видишь. Только это, как тебе сказать, ветреная она. Понимаешь? Ну вот, во Францию поехала, с французом вернулась. В Таиланд полетела, тайцы приволокла. Монголы были, немцы. Земляк, ты не напрягайся, что она там с ним? Повстречалась-то всего ничего. Знаешь, у меня вообще на каком-то этапе возникло полное ощущение, что... Может, у нее хобби мужиков коллекционировать? Это не правда. Ну как? Неправда. Ты-то здесь? Ты не напрягайся. Я думаю, что похождения Иры с твоим появлением отошли в прошлое. Хотя шарик у нас кругленький. Сколько там еще стран, правильно? Бен, там все собираются на снегоходах кататься. Пойдем переодеваться. Бен. Че ты, он хмурной какой-то? Может, съел что-нибудь то? А? Ай! Ну что, погнали! Русская народная забава, гонки на санях. Едем до Веселовки и обратно, кто быстрее. Какой пристав? В честь страны. Ну что, Толян, на этот раз я тебя сделаю. Сфигали, баня сгорела. Видал, неделю назад купил. Он китайский драндулет на раз-два натянет. Вообще-то, китайские самые лучшие. Когда на своем и поедешь. Бен, что не так? Бен, ты меня не слышишь? Что ты молчишь?
Красиво пошел. Ну что, Русь, мы его сейчас на нормальном, на финском догоним. Давай, садись, Кромки. Да сесть мне, я тоже хочу. Подожди ты. Да что ты? Ой, иди отсюда. Так, ну-ка. Ну-ка, брысь отсюда. Да, Русь. Шлем отдай, отморозок. Придурок. Вот и моя тайга. Рыбинский завод. Ну что? Посмотрим, кто тут круче. На старт! Внимание! Марш! Тише, не слышно. Тише. Да я послушаю, ты не умеешь. Я в Ереване на скорой работал. Водителем. Можешь помолчать, я не слышу. Ишь ты. Вот я поэтому замуж за тебя не иду, потому что вы, кавказские мужчины, все такие. Сначала дорогая, любимая, а потом молчать и сидеть в кухне. Как будто без меня ты по Шанзализе гуляла. А вот где хочу, там и гуляю. А замолчи! Сам молчи! Подожди! Извини. Дай. Я уже послушал. Значит, смотри, нужно обильное тепло, питье, 3-4 дня постельного режима и неси малину. И коньяк. Коньяк зачем? Мне. Ну, конечно. У вас есть корень женщины? Нет, будем закусывать с лимончиком. Я тебе сказал избавиться от него, а не топить мой снегоход, придурок! Я при чем здесь? Вы сами устроили эти гонки на снегоходах. Если бы не устроили, все было хорошо было, я уже и почву подготовил. Агроном хренов! Так вы сами сказали, я через озеро! Значит, это все из-за нас? О! А ты что вскочил, болезный? Ну-ка, выйди, нам тут потолковать надо по-семейному. Не вопрос. Мой вопрос-то порешаем. Пошел, сказал.
Я думал выгодиться, чтобы я стал русским. И женился на Иле. Слушай, Пенк, ну-ка иди сюда. Иди сюда. Садись. Ну вот послушай. Как тебе объяснить? Ну смотри, вот есть собачка. Хав-хав-хав. А есть кошечка. Не может быть кошечка с собачкой. Не может быть, так не бывает. Причем собачка, собачка здесь ни при чем. Она неплохая. Она просто нюх потеряла на каком-то этапе. Сбилась с пути. А там, за забором, там полно других собачек. Вот этой собачке туда надо. А как же кошечка? Кошечке только легче. Ей не нужно придумывать, что собачке говорить, как ей отказывать. Нет собачки и нет проблемы. Слушай, я тебя как человека прошу, ну брось ты эту кошечку. Вот. Ну вот, посмотри. Видишь, это Ира, это я, это ее мама. Ну ты видишь здесь кого-нибудь похожего на себя? Нет. Нет! И места тебе здесь нет! Лёва? Пенк, дурак напугал. Качество всей эту канитель не вникай. Ничего личного, просто бизнес. Машину Анатолию Анатольевичу передай, что она будет на вокзале. Ты уезжаешь? Да, брат, я уезжаю. Можно я с тобой? Иди сюда. Можно? Пятнашка. Хорошо. Че, не спим? Бессонница? Папа, он уехал. Ну и хорошо. Правильно сделал. Папа, он уехал ради меня. Чтобы я тут была счастлива. А я... ради него останусь здесь. Он в прорубь прыгнул ради меня. Что ты несешь-то? А плавать он не умеет. Заразилась, что ли? Я понял, что не смогу сделать тебя счастливой. Ты лучшее, что было со мной за всю жизнь. Враг мой, бойся меня. Ну, знаешь, как представлю, что надо ее отца терпеть всю жизнь. Эту всю любовь, знаешь, как рукой. Он тебя в воду бросал. Меня тоже. Но меня летом. Я-то свой. Я тебе говорю, не ошинусь. Сейчас до Москвы доберемся. Я тебя с такими девочками познакомлю. У меня таки, у меня есть одна таечка. Ой, братский, что она вытворяет руками. И не только, конечно, руками. Хотя, что я тебе рассказываю? Дурак, бери меня.
Ну что, прокатимся? Нет. Давай, залезай. Я тебя до станции довезу. Нет, ну это нормально, а? Пошел, значит, блин. Нормально? Нормально? Пошел, заходил. Клуб. Тоже мне. Тоже люди. Изверги. Как так? Куда? Сади. Вот ты мне скажи, ты в воду из-за Ирки прыгал? Конечно. В Россию тоже из-за нее приехал? Да. И медведя? Собак. Сам ты собака. Ты меня не путай, у меня уже пазл сложился. Ладно, хорош дурака валять, поехали домой. В Шанхай? С вами? И вы будете меня кидать в воду? И травить собаками? Нет. Тогда зачем вы приехали? Потому что русские своих не бросают. Направо, папа. Так, только это. Давайте договоримся на берегу. У детей будет девичья фамилия. Не. Хотя бы у мальчика. Ну, пап! Ладно, я просто предложил. Петь, ну скоро ты там? Пап, ну прекрати. А что? Был Пен, стал Петя. Нормальное русское имя. Петр. Готово. Ломался. Китайский. Японский. А? Одна хрень. Петь, тащи наш! Ну, красиво, ёлкина. Приготовились? Ачи! Это наши новые родственники? Да. Познакомьтесь. Ноу-хау! Ёлкина! Федька, уйди нахрен! Здравствуйте! Не могу. Здравствуйте. Никого сюда. Ты скажи им, что свадьба будет в Шанхае. Что он сказал? Ты, главное, скажи им, что свадьба будет в России. Вещи собирайте. У нас тут холодно, берите теплые вещи. И в баню пойдем. За время, которое я провел в России, я понял, что жизнь невозможно узнать по Википедии. Жизнь, особенно русского человека, это долгий процесс, исполненный страданий. Во всех философиях и религиях
человек становится сильнее и очищается через страдания. Надо только верить и любить. Я верю, и я люблю. И так я стал русским. Когда мальчишка